В Бишкеке в Малахитовом зале Национального академического театра оперы и балета состоялся концерт, посвященный 80-летию заслуженного артиста Кыргызстана, поэта и композитора Рыспай Абдыкадырова. Өзүнчө феномен болуп калган, мен эки кишини билем. Бунун биринчиси Атай Огонбаев, экинчиси Рыспай Абдыкадыров. Рыспай Абдыкадыров – великий композитор. Я знаю двух человек, произведения которых являются феноменом в истории кыргызской культуры. Первый – Атай Огонбаев, второй – Рыспай Абдыкадыров. Я с уверенностью могу сказать, что их произведения будут жить вечно. По словам директора Национального культурного центра при Министерстве культуры, информации и туризма Джумакадыра Курмангалиева, произведения Абдыкадырова «Алмашым», «Тугойюм», «Сагыну», «Издейм сыны», «Алтынчы күнү кечинде» принесли ему мировую известность. Рыспай Абдыкадыровтун 80 жылдык толган күнү. 12 января – день рождения заслуженного артиста Кыргызстана Рыспай Абдыкадырова. Ему исполнилось бы 80 лет. Такие концерты проводятся ежегодно. Наша цель – привлечь молодое поколение. Поэтому здесь большинство исполнителей юного возраста. Мероприятие было организовано Минкультуры совместно с Общественным фондом имени Абдыкадырова с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Я не знаю такого кыргыза, который не знает произведение Рыспая Абдыкадырова. И мы в этом году планировали огромное мероприятие, но в связи с пандемией не смогли провести на масштабном уровне. Но впереди целый год, и мы будем провести ряд мероприятий, посвященных именно вот юбилею Рыспая Абдыкадырова. Произведения и мелодии таких людей, оказывается, настолько популярны, даже не требуют определенной работы, чтобы популярны. Да? Вот поэтому мы гордимся, что мы являемся народом, который творил, который вот дал всему миру такого человека, как Рыспай Абдыкадыров. В связи с пандемией концерт был небольшим, но мы разрабатываем план проведения большого мероприятия в честь следующего его юбилея. Ведь таких людей забывать нельзя, говорит Кадырбеков. Аяна Байзакова, Бикжан Токтосунов, Алатау 24.